Хейо, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Rollish Sky 2. И это у нас книга смерти. Полетели. Короче, это история девочки, которая из Египта. И мы продолжаем ее просто. Мне не нравится то, что эти херни плывут. Ладно, ладно, заберем легкий фрагмент этот сраный. Почему не забрал? Легкий уровень. Для чего я пытаюсь забрать этот фрагмент? Просто для чего? Ясно, все. Ну блин, уровни красиво сделаны. Поехали. Воу! Типа ожидаемо? А что я должен? Куда я должен хотя бы уезжать? Моя понять не может. Так, стоп, а где я синюю потерял? Так, и сложные полетели. Начать. Понимаете, я специально ж хотел легкую версию играть. Ну, типа, не легкую, а собирать все, чтобы, типа, растянуть немного хронометража. Но я так думаю. А нахера, если, в принципе, и так нормально выходит? А когда я буду снимать лего игры, там вообще одна серия будет по... Одно, там, от 3 до 7 минут. Поэтому... А лего игр дохера. Поэтому мне будет легче выпускать не 2 видео в сутки, а 3. Ну, на самом деле, еще эту херню посмотрю потом. Блин, отвлекаюсь. Так, забег пошел с фрезами. О, теперь плавно. Либо оно что-то прохрушает каждый раз.
Дрифт. Ого, вот это дрифт, вот это был дрифт. По идее, не знаю, вот... А, подожди, для получения золотой я вспомнил. Было написано, вы можете воскреситься. Я думаю, что значит воскреситься? Чтобы получить... золотую мне нужно воскресить только один раз. То есть не обязательно собирать все. Главное не сдохнуть. Что за бред? Сука. Я проезжаю, я ничем не цепляюсь, только шарфом. Шарф не умрет из-за этого. Ну, а, я еще попробую. Посмотрим. Резко дрифтовать там? Ну... Фиг его, сейчас попробуем. Ну да. Мне интересно, что там червяк придумает. Только мне еще до червя дойти надо. Опа, опа. Нахер усложнять? Хорошо, что тут нету кошмара. Ну что, червяк, посмотрим, что ты мне придумаешь. От его этих уворачиваться. Упс, упал в песок. Ой, я там мог разбиться, походу. Об кусочек. Я прыгнул на эту херню, она даже перестала светиться. То есть я виноват, то, что хвост не успел исчезнуть. Прикол. И снова я так же сдох, как и до этого. Пам-пам. Пам. Пам-пам-парам-пам-пам. Сука, там чекпоинт уже был. Так, а что после этого было? Ездевые камешки, да?
Или это было в прошлой серии? Не, кажется, в этой. Ну, я говорю не за серию, а за главу. Ага. Угу. Не запомнил. Да я ж тут уже все соберу, что мне. Я уже почти все собрал. О, стоп, а так подожди, можно? Лол. Изи. Так. Радужная гора, поехали. Начать. Здесь непонятно, почем я могу есть, а почем нет, потому что тут везде снег. Угу, там по низу можно было. Да, то, что оно с пола поднимается, это не очень прикольно. Хотя, по сути, они и видны, которые поднимутся. Хотя нет, нихера. А я думал, я могу любую линию выбрать. О, нифига. Так, пока что хорошо идем. Очень хорошо. Но они медленно поднимаются, поэтому они сложности, никакой сложности не создают. Так, я на следующую прыгнул, нет? Ну снова. Я прыгнул на вот эту желтую следующую. Ну что, на этом мы с вами тогда заканчиваем, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!